красивая. Вот уникальные белые львы. Их так мало осталось в природе, но в парке львов Тайган, видите, они не только себя прекрасно чувствуют, но и отлично размножаются. Леону хорошо, он в этом сезоне прожил в собственном вольере с львицами, тоже белыми. И вот теперь на зимний сезон так в этом вольере остался. Так что будет производить для мировой коллекции, вернее популяции белых львов потомство. Таких же красивых белых львят.